ошиблись в расчетах, их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамуч весь второй батальон пулеметами духи зажали. Отсекли БТРы огнем РПГ, два из них подорвалось на минах. Залегли наши роты, припали к земле, лишь осколки плясали на спинах. Право-слева здесь то, черт их всех разберет. Уже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать. Скоро ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать. Они нас теперь там держат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везение любое. Я потом уже думал, а если бы пришлось затыкать пулемет он с собою, да, наверное, я смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг до ушей долетело от реки так знакомый напев вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие скальные гряды. По какому приказу вернулись они и еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир баритоном охрипшего комбата. И взорвался распоротый Нурсалимир, и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, все отвечено в травках и сводках. А старлей вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. А еще москвичом, ох, тесна же земля, попродаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засела в руке у меня, а его угораздило по ногу. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирта с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем тамадою. Это диким покажется вам издали, мол, с ума что ли там посходили. Но мы традиции сами слагали свои. Жаль, что нынче они позабыли. Но потом ни один еще прожили бой, и мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой. Он погиб в сентябре в Бадахшане. На гранитной плите между цифр тире и слова, выполняя задания, я сюда каждый год прихожу в сентябре. Обратимом моим на свидание, так теперь и живу, не боясь ничего. Может быть, за себя, может быть, за него. Может быть, за себя, может быть, за него. Thank you.